Și Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda și Advaita Gadadhara și Valsari Gaura Bhaktivedanta. Și Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda și Advaita Gadadhara și Valsari Gaura Bhaktivedanta. Și Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda și Advaita Gadadhara și Valsari Gaura Bhaktivedanta. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама. Эй, Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда. Шри Адвайта Гададхара, Шива Сари Гаура Бхактивинда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна. Ну что, дорогие преданные, мы продолжаем нашу утреннюю программу в Лос-Анджелесе. Сегодня встал в 3 утра, аж сейчас не могу пойти еще в режим. Я почувствовал огромное блаженство, когда весь город, весь мир спит, а ты бодрствуешь. Потом писания говорят, что мудрец бодрствует, когда все спят, и он спит, когда все остальные бодрствуют. Это не только имеется в виду по поводу нашего времени пробуждения и отхода ко сну, а в большей степени это требует параллельной реальности, да, кто в какой реальности живет. Мудрец бодрствует в мире сознания, тогда как физические существа спят в мире сознания, думая, что материальное сознание – это и есть сознание, но это, можно сказать, виртуальный мир. Да, они ничего не знают о реальном мире. Они полностью погружены в эту виртуальную реальность, которая пытается, так сказать, достичь каких-то совершенно игровых целей, которые в реальной как бы жизни не имеют абсолютно никакого смысла. Вот. И при этом они находятся в забвении, а Господи, а сознание Кришны, но Господь внутри сердца, как параматма, он дает всем живым существам возможность удовлетворить их желания, потребности. Да? Таким образом, душа, она сидит в сердце, как птица, которая клюет плоды, а сверхдуша Господь, он дает возможность этой душе как клевать плоды и наслаждаться, ну, как мы даем своим детям игрушки и так далее. Но в конечном итоге, погрузившись в забвение, живое существо так может и проиграть миллионы жизней в этом огромном мире. Вы скажете, зачем, почему? Господь очень милостив, он исполняет наши желания, что мы хотим, поэтому у нас должны появиться духовные желания. У нас появились духовные желания, нам нужно духовное общение. Поэтому мы с вами продолжаем культивировать наши духовные желания. Мы пока еще не занимаем какое-то очень возвышенное положение трансцендентных душ, но мы стремимся к этому, стремимся обрести милость. В этом связи продолжаем чтение Чайтани Чайтамриты. И да, так. Хорошо сказали, забыл включить микрофон. Сейчас проверим. Вы меня поправляете, если что-то там плохо слышно или прерывается, потому что вот сейчас, по идее, должно быть нормально. Сейчас, если лучше слышно, скажите, что слышно лучше. Сейчас раз, тест. Если слышно, напишите, лучше слышно. Вот. Так. Итак, друзья, джай Шри Чайтанна, джай Нитянанда, Адвайта Чандра, джай Гаура Бхактивринда. Еще раз, вот сейчас слышно меня нормально или нет? По идее, должно быть слышно лучше, потому что я включил свой микрофон. Там кто-то
плюхает сердечки, но мне нужно, чтобы вы написали, типа, слышим тебя, хорошо, мы хорошо. Вот. Что там у нас пишет? Плохо слышно, лучше немного, мы хорошо. Шипение осталось. Я не знаю, что делать с шипением. Я могу еще раз перезагрузиться. Все пишут плохо слышно. Так, ребята, ну я не знаю, я продолжу на своем каком-то уровне. Вот. И если что, если совсем все плохо, пишите. Сейчас напишите, вы меня слышите вообще или нет, вот сейчас прямо, в данный момент, пожалуйста. Кто о линии? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Ребят, напишите, пожалуйста, а вот я вам сейчас там машу ручкой. Кому я машу ручкой, напишите, как вас, как меня слышно. Пожалуйста, не пишите, не посылайте мне сердечки сейчас, просто напишите, что Махарадж, мы вас слышим нормально. Ну вот я поэтому не знаю. Харибу. Май Гопа меня слышно в Инстаграме из другого аккаунта? Слышно, да? А что может шипеть тогда? Что? А? Может перезагрузиться? Так, ребята, я еще раз тестирую оборудование. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхар Шива Сари Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, в этой главе Шри Чайтанья Махапрабху беседует с Рупой Госвами, и здесь Атма-гьяна, как бы и Раса-гьяна, да, Атма-гьяна – это знание о душе, и, соответственно, только поняв подлинное положение души, речь может идти о Раса-гьяне, да, о взаимоотношении души и Господа. Итак, размеры живого существа равны 1/10 части сечения кончика волоса. Такова изначальная природа крошечного живого существа. То есть, когда Писание говорит, что мы крайне малы, то мы крайне малы не только по сравнению с кончиком волоса, а по сравнению с Господом. Но поскольку Господь безграничный, нас даже невозможно с ним сравнить. Поэтому дано такое сравнение, которое позволит нам представить о ничтожности наших размеров. Если разделить кончик волоса на 100 частей, а потом взять одну часть и разделить ее еще на 100 частей, то малая частица будет сравнима с размером одним из бесчисленных множества живых существ. Все живые существа – чит-кана, или молекулы духа, а не материи. То есть, можно сказать, что мы занимаем молекулярное положение, да, молекула еще более хорошая. Поэтому, это важная основа понимания. По сравнению с Господом мы крайне-крайне незначительны. Если кончик так. Живое существо едино с верховной личностью Бога, и в то же время отлично от Него. Будучи вечной душой, живое существо едино с Верховным Господом в качественном отношении, однако
Верховный Господь безграничен, тогда как живое существо ничтожно мало. Здесь процитированные стихи Шримад Бхагаватам. Ну что, друзья, тут как бы четко мы четко можем понять, что хотя живое существо является молекулярной частичкой, но это является частичкой абсолюта. И все же, можно сказать, океан и волна. Нельзя сравнивать океан и волну. Да, волна – это маленькая часть колебания океана, тогда как Господь по своей занимает безграничное положение. В этой связи мы должны отречься от идеи имперсонализма. Идея имперсонализма считает, что рожденный Богом, Богом является. Но это не так. Мы у царя может быть ребенок, но не факт, что он будет царем. И, конечно же, он царского происхождения, и поэтому душа, безусловно, божественного происхождения. Но чтобы обрести душе свою вечную природу, она должна попасть под покровительство сваруп-шакти, да, то есть стать энергией наслаждения Господа. Сейчас мы заняты в этом мире наслаждением самих себя, да, поэтому, когда у вас стоит вопрос, зачем мы наслаждаем самих себя, когда есть Господь, ну, мы не можем этого понять, таково наше деградированное сознание. «О Господь, воплощенные в материальных телах живые существа духовны, им нет числа, но если бы они были вездесущными, то они бы не находились в твоей власти. Однако, если признать, что они частицы верховного существа, высшего духовного целого, то есть твои частицы, и сразу же становится ясно, что они всегда подвластны тебе. Если живые существа просто станут черпать удовольствие в сознании того, что они тождественны тебе, то они будут счастливы, получив в свое распоряжение очень многое. Итак, представление, согласно которому между верховной личностью Бога и живыми существами нет никакой разницы, ошибочное. Они не соответствуют действительности. Ну, понимаете, как бы есть два типа, как бы, скажем так, душ, да, есть демоны, которые враждебны Господу, есть имперсоналисты, которые завистливы Господу. Они, может быть, Господу не враждебны, но они считают, что абсолют – это я, да, то есть я абсолют, и поэтому их идея – это саюджия мукти, да, то есть слиться с бытием абсолюта, растворить себя в сиянии брахмана. Но эта идея, мало того, что она не признается ведами, она называется также духовным самоубийством. То есть мы сейчас с вами обладаем индивидуальной природой. Почему в материальном мире люди совершают самоубийство? Потому что они считают, что убив себя, они избавятся от страданий. Также и персоналисты, они думают, что вот если я потеряю свою личностную природу, а просто сольюсь с блаженством, ну, тогда никто не будет испытывать блаженство. Тогда ты станешь частью этого блаженства, но ты не сможешь его испытать. Поэтому это крайне, скажем так, суицидальная идея, да, что типа, поскольку в материальном мире есть только страдания, ну, надо просто пустить себе пулю в лоб. Вот. Шри Чайтанья Махапрабху объясняет здесь, что живые существа обитают на разных уровнях, хотя деревья, растения, камень неподвижны, тем не менее следует их также считать живыми существами. А поэтому, а когда мы говорим живые существа, там муравьи, растения, микробы, до какого уровня? Они отличаются уровнями сознания. Поэтому только те души, которые обладают сознанием Кришны, они обладают подлинным сознанием. Да, остальные живые существа находятся в процессе эволюции. В духовном мире тоже есть эволюция, но это эволюция любви, взаимоотношений с Богом. Хотя люди составляют лишь совсем небольшую часть живых существ, они тоже делятся на различные категории. А потому что есть множество нецивилизованных людей, таких как млечки, пулинды и другие. Но к цивилизованным людям относятся приверженцы ведических принципов. Едва ли половина из них признает лишь эти принципы лишь на словах. А на деле они совершают всевозможные греховные поступки, такие люди пренебрегают записями священных писаний. Ну, тут как бы очень четко показано, да, что человек может назвать себя христианином, хинду, мусульманином, это еще ничего не значит. Человек может приходить в храм там, для каких-то социальных, общественных дел, там, даже в нашей стране даже Бога внесли в Конституцию, да, на что под этим люди имеют в виду, это у каждого свои, как бы, скажем так, галлюцинации или несовершенное представление о Боге. Поэтому даже те, кто следует, как бы является внешне поверительным ведом, сам Махапрабху говорит, что поверхностная религиозная принадлежность к тому именному народу, да, то есть там я индус или я славянин, это все как бы поверхностная вещь.
Поэтому достижение преданности – вот то, что ценится подлинностью Господом и святыми. Большинство тех, кто следует предписаниям вед, идут путем кармической деятельности, стараясь творить добро и избегать зла. Среди множества искренних карми, стремящихся к наслаждению плодами своего труда, лишь очень мало можно кого назвать поистине мудрыми. Да, почему карми нельзя назвать мудрыми? Потому что они не видят как бы конечной цели существования. Да? Они думают, что природа их счастья заключена в деятельности. Да? Деятельность приносит им деньги, богатство. А обладая богатствами, можно купить себе любые наслаждения. Но тем не менее, они ничего не знают о Брамананде, о трансцендентном наслаждении преданного служения. Из миллионов таких мудрецов только единицы действуют, действительно обретают освобождение. А из миллионов получивших освобождение, едва ли один является чистым преданным Кришной. Вот вам, пожалуйста, духовная статистика. То есть огромное количество последователей вед, йоги, да, но среди них как бы реально просветленных личностей, ну, это можем сделать факт. Мы приезжаем в Индию, там все вам скажут Харе Кришна, там все так или иначе связаны с ведической культурой. Но это вовсе не значит, что все, и многие люди совершают благочестивые дела, да, они там жертвуют, каждый индус он кому-то что-то жертвует. Ну, то есть это культура, да, то есть в отличие от нашей, скажем так, материалистической, коммунистической, эгоистической, капиталистической культуры, а ты в нашей культуре как бы жертвуешь, типа ты такой крутой, богатый, там какого-то бомжа накормил. На самом деле в ведической культуре все наоборот. Бомжи называются садху, да, то есть это возвышенные личности, а не то, что ты его накормил, а ты очень удачлив, если ты смог ему что-то предоставить, часть своей энергии. Да, и вот это совершенно ну, не понимают люди. Они думают, что благотворительность – это я вот такой вот добренький и накормил. Это, знаете, типа, я добренький и накормил великого Эйнштейна там. Да, там вот. Но как бы Диоген жил в бочке, и когда к нему пришел Александр Македонский, спросил, что я могу для вас сделать, Диоген попросил его отойти в сторону, чтобы не заслонять солнце. Да, то есть академик Перельман отказался от миллионной премии. Когда его спросили, почему, он сказал, ну, если я понимаю, как устроена Вселенная, нахрен мне нужны ваши бумажки. Ну вот, да, то есть у меня даже нет времени их тратить. Я сижу там на своей раздолбанной кровати. То есть у Перельмана убитая кровать, убитая квартира, оборванные обои. В центре стоит кровать, у него нет ничего там, ни письменного стола, ничего. Просто сидит на своей кровати и думает. Понимаете, да? Ну, то есть... Поэтому мудрец, который бодрствует в мире сознания, даже какая-то гьяна, да, он понимает, как устроен этот мир, да, и тут какой-то там генератор свободной энергии или какое-то лекарство, то есть, понимаете, в мир сознания человек там изобретает все, он в материальном мире, он миллиардер, он там великий, там он Билл Гейтс, там он еще кто-то, так устроен, как бы, а в мире сознания он никто, и звать никак. Вот, и поэтому ведическая культура, по крайней мере, там есть какое-то понимание служения садху, служения святым. И недавно я слушал беседу царя Рахугана и Махараджа Джада Бхарата. Махарадж Бхарата был великим царем. Он сначала родился оленем, потому что не смог совершить свою мистическую йогу. Потом родился как бы в следующей жизни сыном брахмана, но как бы уже работал под дурачка, под глухонемого. Да? И в конечном итоге его поймал Махарадж Рахугана и заставил тащить паланкин. И потом между ними состоялась философская беседа, которая вошла в Шримад Бхагаватам. Да? И Махарадж Джада Бхарата сказал ему, слушай, ты думаешь, что я тебя несу? На самом деле каждый из нас идет своей дорогой. Просто так получилось, что, как говорится, в результате кармы ты как бы сидишь на этом паланкине, а я тебя тащу. Но, собственно, это как бы очень временная ситуация. И я был в прошлой жизни еще круче царем, чем ты, на самом деле, Рахугана из его рода. Да? То есть я был еще круче царем, чем ты. Ты мелкий царек, а я был царем всего мира. Но даже это как бы не позволило мне достичь просветления, да? То есть исполнения высшего долга. И Джада Бхарата объяснил Махараджу Рахугане принципы трансцендентного бытия. Конечно, Рахугана был в полном шоке, потому что он ехал на Махараджа Джада Бхарата поклоняться и совершать религиозные обеты. То есть каждый богатый человек, он понимает, что нужно что-то отдать, нужно что-то сделать более высшее, да, когда он уже достиг всего. Но он знал, вот надо найти великого мудреца, Но он даже не видел, что он оседлал своего гуру, едет на нем. Да, то есть у него не хватило ума. Но потом он стал говорить очень важные вещи. Он сказал, я настолько боюсь совершить оскорбление брахмана, прости меня. Да, то есть он стал, ну как бы... То есть, как любой хитрый индус, он понимал, что
Ну, как бы, да, я могу там наехать на какого-то там носильщика, да, там, типа, эй, там, неси меня лучше. Но совершить оскорбление возвышенной души – это смерти подобно. По крайней мере, такое мировоззрение, как бы, у ведических царей-материалистов было, да, поэтому они занимали положение царей, потому что они понимали, вот это мой там уровень, куда я могу зайти, там налоги, богатство, там тетки, война, да, то есть я могу там у кого-то что-то отжать, какое-то государство или еще что-то сделать. Но если я как бы совершу оскорбление брахмана, вайшнава, то на этом моя как бы жизнь закончилась. И это как бы очень важно понять, что все наше богатство находится в мире сверхсознания, а не в объективном мире. Человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, я верховный владыка всех планет, полубогов, а также повелитель всех живых существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное удовлетворение. Карми, гьяни, йоги все находят в поиске, пока они не завершают его. Никто из них не обретает умиротворение. Поэтому в Бхагавадгите говорится, обрести полное умиротворение можно лишь познав Кришну. Это объясняется в следующем стихия. Поскольку преданный Кришне свободен от всех желаний, он умиротворен. В отличие от него, карми одержимы желанием материальных удовольствий, а гьяни стремятся к освобождению. Йоги стремятся к тонким мистическим достояниям, но все они обуреваемы материальными желаниями и поэтому не могут обрести удовлетворение. Господь Будда сказал, либо избавиться от всех желаний, либо иметь никаких. И действительно, только желание, похоть заставляет людей действовать. Кто-то может сказать, ну а как же там выживать? Это инстинкты, еда, сон, совокупление, да, то есть это инстинкты, там зачесалось что-то, забурлел живот, за там, ну то есть человек живет на инстинктах, и инстинкты есть у животных, но животные гораздо проще, они как бы что-то пришли, пожрали, нет, пожрать, они там бегают где-то по саванне, да, там что-то нашли, то есть у животных у них проще жизнь. Люди хотят там есть на красивых тарелках, чтобы был красивый дизайн, интерьер. Да? То есть люди постоянно как бы хотят не просто там удовлетворять свои инстинкты. Им не хватает просто там какого-то примитивного секса. Да? Там, такая была история очень смешная в Индии. Кто-то пришел в квартал проституток, и там сидят как бы, ну, как бы веселый квартал. И там сидит какой-то мужик и говорит, вот моя жена, я сдаю в аренду, там, ей 70 лет. Все такие, типа, а мужик говорит, ты что, нормально работает, то же самое все. Ну, вот. Ну, понятно, да, то есть примитивное представление о том, что мы должны спать, жить в красивом интерьере, есть на красивой посуде, наслаждаться извращенным образом, очень как бы, да, то есть, ну, как бы, это ум, который гонит эту картинку. На самом деле в сердце живого существа есть стремление к красоте, гармонии, подлинным, но это только может быть в духовном уровне реализовано, да, все остальное – это извращенное материалистическое представление о мире. Вот, и поэтому мудрец Чада Барата, который был находился на трансцендентном уровне, он не особо был привязан к какой еде, да, какая ему нужна еда. Он был привязан к тому, чтобы у него было как можно время на медитацию. И поэтому, когда его собственные родственники пытались, так сказать, там, обучить, его отец пытался обучить мантрам, там, ягиям, он косил под дурачка. Он ел с охотой еду, которую давали ему братья, которые над ним насмехались. А иногда братья давали ему там подожженный рис или какие-то там зерна. Но Бхагаватам говорит, он с удовольствием это ел, потому что он думал так, я духовное существо, меня как бы внешние ситуации, там рис подожженный или с маслом не волнует, меня волнует самореализация. Поэтому Джадабарати дали служение охранять огород, ну работать пугалом, по сути дела. И он был очень счастлив, потому что в этом месте он все время практиковал мистическую йогу и самоосознание. То есть, представляете, да, он жил под дурака, косил, даже его родственники не знали, что имеет дело с освобожденной душой. А на самом деле, когда они отсылали его в огород, он был занят постоянной медитацией на
стопы Господа, он пребывал в самадхи и в великом блаженстве. И поэтому вот это сознание Кришны, которое просто перло через край у него, да, то есть ему не важно было, где он спит, как, что он ест, что про него думают, да, даже его близкие родственники, да. Люди думают, что про меня подумают соседи, или там, я девушка, которая идет там в каких-то туфлях, что люди подумают про мою обувь. Да люди вообще про обувь девушек вообще не думают, они смотрят им только на задницу там, или на лицо, в лучшем случае, два места, куда смотрят люди, грудь, лицо и задница, да, а в какой обуви смотрят только другие девушки, да, которые как бы думают, что же она такая, как бы, то есть, поэтому люди, это шутка, но люди, они настолько... ну, как бы близки к животным по принципу своего мышления инстинктивное, да, поэтому Мавроди, который создал пирамиду МММ, он сказал, я зарабатываю на жадности, то есть на пороках человеческих, вот порок жадность, человек хочет всеми вложить рубль, получить 100 рублей, и вот, представляете, да, то есть хитрый Мавроди, да, то есть он понимает, что не какая-то возвышенная вещь, потому что в людях возвышенное что-то очень сложно проявить. А вот если взять человека порок, или вожделение, или жадность, или интоксикацию, вот на это можно заработать огромные деньги, да? Так думал Мавроди. Там, интоксикация, да, там, обдолбаться, или там, жадность, да, там, как бы вложить рубль и заработать 100. Ну, да, то есть такие примитивные вещи. И, то есть Мавроди считал, что жадность – это двигатель, ну, как бы, да, то есть бизнеса, да, жадность. Вот. Прикольно, но с другой стороны, тоже понял четко, абсолютно таргетнулся как бы на какой-то момент. Вот. О великий мудрец, среди многих миллионов людей, свободных от материального рабства и невежества, среди многих миллионов ситхов, практически достигших совершенства, едва ли один становится чистым преданным Нараяны. Лишь такой преданный действительно обрел полное умиротворение. Помните, что есть разные ситхи, йоги и так далее, да, и все они заняты совершенством, они совершают все аскезы, они очень серьезно относятся к духовной практике. Я недавно был в Таиланде, был в одном монастыре буддийском, и я смотрел, как живут буддийские монахи. Они живут фактически в таких, ну, я не знаю, шкаф, как плотяной шкаф, да, их домик – это шкаф, туда только кровать влезает и чуть-чуть вещей. И эти монахи с утра до вечера медитируют, там, едят один раз в день, да, строго как бы соблюдают все обеты. Но, в конечном итоге, их идея нирвана, пустота. Они все стремятся к пустоте. И поэтому мы можем сказать, что все их усилия направлены на пустоту. Да? Можем сказать человеку, все твои усилия привели тебя к пустоте. Да? Но надо сказать, что еще одну печальную новость, которую я сказал этим буддийским монахам. Я сказал, ребята, до пустоты дойти фактически невозможно. Да? То есть есть такой момент в мире сознания, но как бы до этого момента даже добраться очень сложно. И поэтому мы видим, что все эти буддийские монахи, они просто заняты медитацией, чтобы очистить свое сознание. Живые существа, влекомые своей кармой, скитаются по вселенной. А то, кто из них, кто достигает высших планов бытия, но кто-то падает на низшие планы. Из множества миллионов таких существ лишь редкий счастливец, по милости Кришны, встречает на своем пути истинного духовного учителя. Тогда Кришна и духовный учитель даруют ему семя преданного служения. То есть, ребята, это и есть та известная шлока. Послушайте. Браманда Брамитей Кон Бхагьяван Джив Гуру Кришне Прашадибай Бхакти Лати Бейш. Это известная шлока, которую... повторяют всегда наши учителя, которые говорят так, что лишь множество, после множества рождений, скитаясь по вселенной, обрести связь с гуру, Кришной и вайшнавами, получает очень удачливая душа. Обретя семя преданного служения, необходимо заботиться о нем. Для этого нужно стать садовником, посадить это семя в своем сердце. Если регулярно орошать семя водой шаваны, киртаны, слушание повторения, то оно прорастет. У меня один знакомый выращивает растения, ну вот, разные, да, там. И когда я ему сказал, слушай, а что ты там не эти семечки не высадишь? Он такой, нет, надо сначала семечко водой, оно должно быть в темноте, его даже солнцу нельзя показывать. Потом, когда это семечко даст росток, вот тогда его нужно высадить в там, стаканчик с землей, очень бережно. Так он мне рассказывал прямо все этапы. И... смысл состоит в том, что если мы получили семя святого имени от Кришны,
И если мы на каждом этапе неправильно проращиваем это семя, то оно просто не прорастет, оно погибнет. Поэтому Бхактивинода Такур говорит очень важную вещь. Он говорит, что если мы получили святое имя, но не повторяем святое имя, мы должны опять получить его от вайшнава, потому что в результате оскорбления наше семя святого имени пропало. Ну, мы получили, да, то есть, но оно не дало плоды, оно опять замерзло. Опять должно быть святое имя, чтобы вдохновить нас, да, опять новое семя надо сажать. Вот, это первая. Вторая вещь, санкиртана, совместное воспевание святых имен, очень важный момент, когда мы вместе собираемся, потому что алкоголики пьют складчину, да, почему алкоголики пьют складчину? У них нет денег на бутылку, поэтому они собираются, там 5-6 человек, по чуть-чуть каждый денег отмусолил, и все хотя бы по глотку получили. Поэтому мы, у нас нет такой веры, чтобы практиковать воспевание святого имени непрестанно, это очень глубокая вера должна быть. Вот, да, мы сейчас не говорим там про оскорбительная практика, мы говорим подлинная молитва, подлинное воспевание святого имени. Но когда мы приходим к преданным на киртан и объединяем нашу веру, объединяем наши усилия, тогда мы получаем плоды. Поэтому совместное воспевание – это главный принцип кали-юги, совместное киртан. И при этом надо еще понимать, киртан – это не просто пение, да, то есть можно петь ла-ла-ла, ла-ла-ла в духе умонастроения, да, то есть как вот к нам делают киртан, тут в Америке очень популярно там. Я говорю, это не киртан, это концерт. Что такое киртан? Когда ты пришел удовлетворить Господа, а концерт, когда ты пришел за счет Господа удовлетворить себя. Вот, там, послушал приятные мантры, получил хорошее настроение, удовлетворил себя только Господом и пошел, то есть проэксплуатировал Господа. А киртан, когда ты пришел на молитву, и ты Господа удовлетворяешь. Поэтому, да, на в каком-то публичном собрании, когда пришло много людей, мы можем сказать им, здесь будет выступать какая-то духовная музыка. Потому что это только для неофитов. В таком настроении они тоже получают благо от святого имени, но это благо не обладает подлинной верой. Понимаешь, да, это лишь только максимум может дать им персональное освобождение, такое, да, наслаждение именем Кришны. Поэтому йоги майявади, они все повторяют имена Кришны. Да? Все майявади поклоняются божествам. В Индии все поклоняются божествам. Придете там в Йошимит, в Йошимат, в Гималаях, там Шанкарачарья устанавливал божества. Да? И все имперсоналисты поклоняются божествам. Но у них другая идея, что я поклоняюсь этому божеству до тех пор, пока я не стал божеством. Ну, то есть, понятно, да? То есть, я то есть у майявади, у буддистов, им тоже нужен гуру. Они понимают, что там пока только благодаря гуру можно стать совершенным. Но когда они, буддисты, говорят, когда ты станешь Буддой, ты можешь там типа другого Будду убить или выкинуть там на помойку. Да, то есть ты уже сам Будда. Такая эгоистическая идея. Вот. Обретя семя преданного служения, необходимо заботиться о том, для этого нужно стать садовником, посадить это семя в своем сердце. Если регулярно не орошать семя водой, шраваной, киртаном, и речь идет не только о шраванном киртанам нашего воспевания, а еще слушание харикатхи. Ну, большие комментарии я не читаю, но понятно, что без милости мы не можем обрести это. То есть мы не садовники, садовник Гурудев, мы то маленькое растение, которое садит. Если поливать Бхактилата Биджу, семя преданного служения, то оно дает росток, а росток этот постепенно превращается в лиану, которая вырастает до таких размеров, что пробивает оболочки Вселенной и пересекает реку Вираджу, разделяющую духовный и материальный мир. Лиана достигает Брамалоки, сияния Брамана, пройдя сквозь него, достигает духовного мира, духовной планеты Галоки Вриндавана. То есть вы понимаете, да, то есть речь идет о растении, которое достигает высшего мира. Как была такая сказка, по которой сняли фильм про семь бобов, да, когда он положил эти бобы, и они достигли там небес. Ну, правда, оттуда гоблины попрыгали, всякие разные. Ну вот. Но у нас другая ситуация. То есть семя бхакти, оно такое невидимо длинное, что оно пробивает оболочки материальной вселенной. И помните, что такое оболочки материальной вселенной? Это татва. Это не просто вот где-то там за километр. Эти оболочки везде, вокруг нас. Огонь, земля, вода, эфир, воздух. Наши пять пальцев, каждый палец определяется определенным первоэлементом. Наше дыхание тоже связано с первоэлементами. Оболочки Вселенной, их 10. Каждая длиннее другой. Знаете, какая самая толстая оболочка? Эго. Оболочка Вселенной, самая последняя, это аханкара. То есть мы можем пройти оболочку. Первая оболочка огня. И поэтому Санатан Госвами объясняет, да, что там
некая эта оболочка огня, она очень тонкая. Почему вот когда трупы кремируют, сжигают труп, да, потому что он проходит через огонь. То есть огонь очищает. Почему мы говорим очищение через огонь? Поэтому ну, там, огнем очищали там, приборы для врачевания, да, там, для хирурга. Помните, там раньше как вот обеззараживали яды, брали как бы огонь, потому что огонь все обеззараживает, он сжигает любую заразу. Но дальше, и поэтому, когда душа покидает этот мир, она тоже проходит через определенные оболочки. То есть, когда йоги, мистики покидают мир, с помощью мистической йоги они переходят разные оболочки татвы. Там земля не участвует, потому что земля и так уже как бы из него состоит твое тело. Земля, огонь, вода, воздух. Причем интересный момент, что огонь исходит из воды. Поэтому вода горит. А горит она при помощи чего? При помощи воздуха. А огонь, воздух и вода дают землю. Понимаете, да? То есть обратный процесс разложения. Поэтому йог, мистик, он в обратном порядке происходит татвы, это описывается в первой части Шримад-Бхагаватам. Но это очень сложный процесс, который описывается в Шримад-Бхагаватам неоднократно, и он, очевидно, не работает для современных людей. То есть никто из современных людей, ну, может быть, какие-то единицы, не могут достичь такого совершенства мистической йоги. Это просто требует, ну, там, в Бхагаватам описано, что там тысячами лет медитировали, ну, эти мудрецы, да, то есть это за один день это не сделаешь. И там за 20 минут в день не сделаешь. Но интересный такой момент, что в конце Шримад-Бхагаватам, когда Махарадж Парикшит прослушал весь Шримад-Бхагаватам, Шукадев говорит, вот теперь царь, когда ты очистился от Харикатхи, от бесед о Господе, что главное, он подводил его, сначала он объяснял ему про бессмертие души, потом объяснил про всех великих мудрецов, царей, йогов, мистиков, которые все шли духовным путем, а потом он сказал, вот после того, как я тебе все это рассказал, и ты уже стал квалифицирован слушать о сознании Кришны, я тебе рассказал о Кришне, вот уже после этого тебе вот та мистическая йога вообще не нужна. Просто слушая Санкиртану, ты очистишься от всех оболочек Вселенной и покинешь свое тело. И это реально произошло. Змей Татакшака огнем сжег тело Махараджа Парикшита. Но нужно понимать, он не сжег самого Парикшита, чтобы у вас никого не было. Парикшит уже вошел в свое трансцендентное тело. То есть все, что было сожжено, это как бы, ну, понимаете, да, некая дезинфекция, да, как, ну, то есть были сожжены последнее тело с оболочками, ну, материи, которое Парикшит оставил в процессе своего просветления и отправился в духовный мир. Его сын, Махарадж Джанамиджой, был очень расстроен тем, что Татакшака сжег его отца, ну, вот, и он стал совершать жертвоприношение змей. И с помощью браманов они совершали мантры, и змеи летели в костер, в огонь. Они сжигали змей. А Татакшика, испугавшись, укрылся в мире Индры. И тогда Махарадж Джанамиджой сказал браманам, почему змеи летят в костер жертвенный, но я не вижу как бы Татакшики. Они говорят, ну, по нашей информации, оперативный Татакшика укрылся, ну, Индра дал ему прибежище. Он сказал, тогда читайте мантру, и типа Индры до кучи туда же вместе с ним. Вот. Но в этот момент Махараджа Джанамиджой было явлено сострадание. Ему сказали, слушай, ну как бы твой отец получил просветление. Это лила Господа. Не смотри на это внешнее событие. Змеи здесь ни при чем. Да, Татакшика – это змей, но это проклятие брамана. Да, это не Татакшика, это всего лишь навсего инструмент. Увидь первую причину. Научись во всем негативном видеть позитивное. И интересный такой момент, когда Сократ, ну как бы, Сократ вроде бы должен принять яд, и к нему приходят его ученики и плачут, что там типа не пей яд, не пей. А он такой, типа, ребята, вот мы с вами все, типа, постоянно беседуем на тему, что такое душа, что такое сознание. Давайте еще раз пройдем урок, я тело или я душа? Если я тело, то вы меня уговариваете не умирать сейчас, но тело неизбежно умрет. Опять же, если мы засыпаем и просыпаемся каждый раз, то даже умереть не так страшно, да, как заснул, проснулся там, да, или не проснулся. Или там. А если есть загробная жизнь, то в ней есть мудрецы прошлого, там можно потусить с ними, пообщаться. Да. Сократ очень круто говорит. Но круто, что он говорит это, сидя перед палачом, который плачет. Палач, слушая его, плачет, и он говорит, ладно, братан, наливай свое зелье. И палач там трясущимися руками наливает ему яд, и Сарак спрашивает, говорит, а как Махапрасад, можно возлияние какому-то божеству сделать?
Палач такой: не-не-не-не-не, тут типа возлияния не надо делать, тут у меня вся доза рассчитанная. Но Сократ спокойно, даже за полчаса до захода солнца, потому что они говорят, солнце еще не зашло, еще есть, ну как бы ты, у тебя еще есть полчаса. И Сократ говорит: ребят, ну как бы вы что хотите, полчаса выкроить жизни? Понимаете, да, какой момент? То есть выкраивать каждые полчаса жизни или понять, что такое жизнь, да? И Сократ выпивает яд, и вокруг него стоят ученики. Ну, палач говорит, ему надо ходить, типа, когда ноги потяжелеют, ложись. Ну, чтобы яд быстро разошелся. Сократ выпивает яд, ходит, потом говорит: да, я чувствую, что типа торкнуло, ноги не имеют. И он ложится спокойно, умирает, но в конце он говорит: принесите в жертву петуха. У греков это была жертва за исцеление. Знаете, да, то есть в конце жизни Сократ сказал: я исцелился от материального тела. Я для меня не был, не то чтобы убило меня, я для меня стал лекарством. Исцеление произошло. То есть, ну, и мы видим, что Сократ, он достиг Брахма-атма-гьяны, он достиг понимания того, что я не это физическое тело. Ребята, это очень крутая реализация, но в сознании Кришны с этого начинается все. То, к чему Сократ пришел через диалектику, размышления, медитации, с этого начинается Бхагавад-гита. Представляете, какое крутое у нас учение, да? То, к чему пришли великие умы человечества, не какие-то там профанаторы, да, то еще даже не могут догадаться. Главные мировые религии, главные мировые религии, там, я уже не буду называть их имена, чтобы их последователи с ума не посходили, но никто из них душу описать не может. Ни одна главная мировая религия не имеет четкого представления о душе и о положении тела. Хотя все говорят, там, бренно, бренно, но никто не может объяснить. А не говоря уже о Боге, то ли Сын, то ли Святой Дух, то ли там Отец, то ли Мать, то ли еще кто-то. То есть, и только в сознании Кришны мы понимаем, что существует не просто душа, а дживера сварупа хоти нити Кришны, да, что душа по своей природе частичка Бога, которая создана для отношений с Богом. То есть мы созданы для самого высшего. Мы не гастарбайтеры, мы не души второго, третьего сорта. Да? Господь создал нас для того, чтобы мы могли насладиться в полноте расы, как вот своих детей. Да? Мы же не рожаем своих детей, чтобы они были какими-то там уродами, да? Там второсортные дети. Нет, мы хотим, чтобы они обрели полное счастье. Да? То есть, и Господь также хочет, чтобы обрели полное счастье. А какое счастье? Это источник счастья. Поэтому только раса с Господом. В этом и есть наша альтернативная представление, поэтому Бхагаватам говорит: не пытайтесь устроить в этом мире себе комфортное существование в мире смерти, да, то есть как бы не пытайтесь себе на подводной лодке Курск там поклеить обои, там окошечко сделать, там, чтобы рыбки там тебе в иллюминатор заглядывали, да. Помните, что кислород ваш ограничен, да. Постарайтесь вырваться из этой подводной лодки через торпедный аппарат, а не устроить в этой подводной лодке себе комфорт и умереть с комфортом. Да? То есть мы в камере смертников, и надо думать, как вырваться. У нас есть ключ. Нас посадили в камеру смертников и сказали: ну, ключ здесь есть, такой квест, квест-рум. И ты должен искать этот квест. Кстати, прикольно такой квест сделать, да? Жизненный, как найти ключи. Подбирать ключи от этой камеры смертников, ады. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Пустившая корни в сердце человека, орошаемая водой и шаванным киртом лиана бхакти, поднимается все выше и выше. Она также находит прибежище под лотосной, под сенью дерева желаний лотосных стоп Кришны, который вечно пребывает на Калоке Вриндавана, в высшей планете. Калпаврикша, да, Калпаврикша, сказано Харинама Чинтамани, святое имя, которое исполняет все желания. Человек, если обладает материальными желаниями, он тоже может обрести эти желания благодаря Кришне. Но Кришна говорит такую вещь. Он говорит: иногда ко мне приходят люди, которые говорят, я хочу стать преданным, но я знаю, что в глубине своего сердца они мне лгут, потому что они хотят материальные вещи. И думают, что благодаря Господу я могу решить свои материальные амбиции. Таким был Друва Махарадж. Друва Махарадж сел на колени своего отца, но старшая царица, а он был сыном младшей царицы, ну, фактически наложницы, она сказала: не-не, ты не можешь садиться на трон, это будет твой старший брат сидеть на троне.
И Друва Махарадж, как ребенок, он был очень обижен, он не понимал, что такое трон, что такое этикет, но отец, который понимал, что старшая жена, как бы, ну, наследный принц будет, он ничего не смог сказать. Кстати, даже царь ничего не мог сказать своей жене. И Друва Махарадж заплакал, убежал, он прибежал к своей матери и сказал: «Мама, мама, что делать? Вот меня выгнали, там, типа, я не могу даже у отца на коленях сидеть». И мать ему сказала: «Извини, но это правда, ты не наследный принц». «Да, ты принц, но не наследный. И ты должен принять свою судьбу». И Друва сказал: «И что, я никогда не смогу стать царем?» Мать ему сказала: «Только Господь Вишну». А царевна, она ему сказала: «Если ты хочешь стать царем, ты должен очистить себя в процессе множества кармических действий, жертвоприношений, и потом в следующей жизни родиться, ну, например, в утробе моей, стать моим сыном, тогда ты будешь царем. А так ты родился во дворце от царя, но ты она наложница». И младшая жена царя сказала: «То, что тебе сказала старшая царица, это правда. Только очистившись, человек может удовлетворить свои амбиции, и только если он обрел милость Господа Вишну. Только Господь Вишну. Само очищение даже не имеет никакого смысла. Господь Вишну должен санкционировать». И Друва сказал: «А как достичь Господа Вишну? Кто достигает Господа Вишну?» Она говорит: «Только мистические йоги, которые видят его в своем сердце». И он такой, типа, окей, пошел играть в игрушки, а сам тихо собрался и свалил из дома. И он сбежал из дома, и все были в шоке, а ребенок сбежал. Но по дороге, поскольку он медитировал на Господа Вишну, он встретил Нараду. То есть, когда мы ищем гуру, Господь нам пошлет нашего гуру. И Нарада ему сказал, типа: «Слушай, пацан, а ты чего вообще сбежал из дома? Ты вроде как маленький, еще виды царского происхождения». Он говорит: «Я хочу достичь Господа Вишну». Он говорит: «А зачем тебе достичь Господа Вишну?» Он говорит: «Я хочу стать царем этого мира». Нарада такой... фраза, Нарада говорит: «Да, такова царская кровь кшатрия, он никому не прощает никакой обиды». Да? То есть он просто понимает Друва, он видит природу Друва, то есть он понимает, что у Друва есть такая амбиция, но при этом у Друва также есть вера в Господа Вишну. Да? И Нарада говорит: «Ну, в целом я могу тебе как бы рассказать, как это надо сделать, раз ты уже серьезно зарубился». Ну, вот. И Нарада выдает ему мистическую йогу. И Друва, он начинает практиковать мистическую йогу, он в какой-то момент переставает употреблять пищу. На следующем этапе он делает глоток воды раз в 12 дней или раз в 9 дней глоток воды. На каком-то этапе пранаямы он делает один дох в 12 дней, то есть он постоянно в кумбаке пребывает. Вот, то есть он показывает, что как бы вот так нужно зарубиться, да, то есть не есть, не дышать, и он постоянно повторяет мантру инициированную, постоянно медитирует, делает садхану. Ребята, сразу же могу сказать, я позанимался 3 месяца пранаямой, ну, как бы не пытайтесь повторить это. То есть, во-первых, нужно понимать, что Друва Махарадж из рода Ману, ну, как бы, это совершенно другие люди с другими психическими и физическими возможностями. Но дело не в этом. В конечном итоге Господь ему показывает себя. И Господь ему дает наставление о преданном служении. Поэтому даже та мистическая йога, которую практиковал Друва, она все равно приводит к тому, что очистившись, человек должен воспевать святые имена, преданно служить и развивать веру и общение с махаджанами. Он не просто так получил, он по милости своего гуру Нарады получил эту реализацию. Поэтому в духовной практике, даже если ты пройдешь путь как Друва Махарадж, да, там, через аскезы, йогу и так далее, все равно ты придешь к воспеванию святых имен, все равно ты придешь к служению, к поклонению. И Господь, он сказал: «Я создам тебе планету, где ты будешь великим царем, и твои даже как бы все родственники будут прославлять тебя, потому что они умрут очень быстро, а ты будешь жить на такой планете, полярная звезда, которая находится между миром и материей. И ты будешь царем всех йогов, на твою планету будут получать не просто какие-то подданные, а топовые подданные будут приходить, и ты еще будешь царем йогов, царем преданных, и ты еще будешь разруливать. А вы говорите, там, рептилоиды какой-то, там, Димон Медведев, там, кто рулит этим миром? Господь лучезарный, который в каждом сердце, в сердце каждого живого существа. Поэтому, если мы сможем удовлетворить Господа искренне, тогда мы обретем его настоящую милость. А если мы профанаторы и хотим обмануть Господа, то Господь, он говорит: «Я обман, я азарт». Бхагавадгите Кришна говорит: «Я развожу разводил, который думает, что они разводят разводил».
Да? Поэтому у нас тут есть в Лос-Анджелесе некоторые друзья разводилы, они думают, что разводят. Но они не понимают, что Господь самый крутой разводчик. Разводки Господа – это вообще ни о чем. Да, Кришна, сколько разводил он, развел, когда был в этом мире. Да, некоторые эгоистичные цари бросали ему вызов, а Кришна от них убегал. Да, помните, как демонический царь бросил ему вызов, а Кришна убежал и спрятался в пещере, а в пещере спал царь Мучигунда. И поскольку Мучикунда сражался за полубогов, он очень сильно устал и сказал богам благословение, я хочу отоспаться. Вот я хочу спать, но если кто-то меня разбудит, я испепелю его своим взглядом. И Кришна забежал в пещеру, спрятался там, а этот демон забежал как бы и увидел спящего царя Мучикунду и стал пинать его ногами, типа вставай, вставай. Царь Мучикунда встал и тут же испепелил его своими глазами. Тут появился Кришна, такой говорит, о царь, ты искренне помогал полубогам, как бы ты достоин моего даршана. Да? То есть сначала он спустил весь пар, испепелил демона, а потом получил даршан Господа Кришны. То есть Кришна очень хитрый, и таким образом как бы его невозможно поймать или контролировать. Кришну можно лишь только завоевать его через преданное служение, через самопожертвование, через служение святым. Тогда Кришна скажет, окей, ты мне нравишься, парень. Да? А если Кришна скажет, ты мне нравишься, тогда у нас все как бы все пойдет в гору. Ну вот, но речь не идет о наших материальных делах, поэтому мы должны доказать Кришне, что мы не за зарплату работаем, да, не за какие-то материальные блага, а что мы служим Кришне бескорыстно. И тогда Кришна, удовлетворенный нами, дарует нам трансцендентное. На этом пути нас ждет много трудностей, но мы не должны бояться трудностей или там бояться испачкать руки. Да? Как бы, как сказал Шрила Сидхартха Махараджа, труд любви. Труд любви, да, это не труд выживания на инстинктах, не труд какого-то там самоудовлетворения, самонаслаждения, это труд любви. Мы должны трудиться в любви. В этом мире нам ничего не принадлежит. Нам принадлежит в этом мире только одна возможность, наша свобода воли. И мы можем ее употребить для удовлетворения Господа или для своего эгоистического удовлетворения. Это единственное, что нам принадлежит. Все остальное – это вопросы только обстоятельств. Джай Шри Чайтанья Сарасвати Мат Ки Джай Ом Шри Падшила Бхакти Сандру Говинда Дева Госвами Махараджа Ки Джай Харинам Санкиртан Ки Джай Шри Бхакти Вринда Ки Джай Гоу Примананде Хари Хари Бу. Ну что, дорогие друзья, мы заканчиваем наш утренний урок. Я надеюсь, что сегодняшние беседы о душе и о том, что душа обладает свободой воли. Даже тело даровано нам кармой, полубогами и Господом. Тело не наше, тело это как инструмент, это биоскелет, биоробот, можно сказать, да. Но у души есть только одна свобода – служить Господу или не служить. И Господь дает нам осознанно принять это решение. Господь нас не напрягает, можешь не служить, пожалуйста, вот мир материи, что здесь заслужишь, то и получишь. Джай Гуру Махарадж Ки, джай.